Оранжевый уровень небезопасности снова на Могилевщине. Чекается мощный порывистый ветер до 20 метров за секунду. На вторник синоптики прогнозуют в облачное надворье. Часом снег, местами дождь. Ночи 0-5 градусов. У день -2, +3. По информации Аблгидромета, надворье будут визначать атмосферные фронты из Западной Европы и теплая поветренная масса. Атмосферный тиск переменливый. У середу порывы ветра станут тише, усяго до 14 метров за секунду. Зато и температурный фон навод у ночи станет выше за 0, до +2 градусов. У день -1, +4. И снег с дождем. У четверг то же самое. На пятницу синоптики прогнозуют понижение температуры. У день только до +1 градуса и практически без ветру. А вот у выходные снова морозы. Местами у ночи до -12 градусов. У день -1, -6 и короткочасовый снег.